Партнер проекта – группа компаний «Юрпроф». Весь спектр юридических услуг. Телефон 75 13 63. Генеральный спонсор места происшествия – станция технического обслуживания «Сервискар». Произошло ДТП. Ваш автомобиль нуждается в ремонте? Станция технического обслуживания «Сервискар». Кузовные работы любой сложности. Вклейка стекол, качественная подготовка и окраска профессиональными материалами. Заправка кондиционера. Устранение ошибок блока управления двигателем. «Сервискар». Доверь свой автомобиль профессионалам. В эфире проект «Место происшествия», и мы продолжаем. В Кирове судебные приставы разыскивают двух жителей города Смоленска, Елену Колосову и ее 7-летнего сына Михаила. Известно, что женщина больна туберкулезом и скрывает сына от отца. Подробности в рубрике «Внимание! Розыск». Местом жительства ребенка Колосова Михаила 2007 года рождения суд постановил признать место жительства его отца в городе Смоленске до выздоровления матери Колосовой Елены 1979 года от туберкулеза и снятия ее с учета в противотуберкулезном диспансере. Сейчас, по данным приставов, женщина больна и скрывается вместе с ребенком. Если вы знаете, где находятся эти люди, просьба сообщить информацию в дежурную часть по телефону 48 99 05 или по телефону доверия судебных приставов 38 18 04.